порядке. Продолжаем движение. Это офис охраны.
террористов. Я скорее умру, чем скажу шифры запуска ядерного оружия. Макаров! Ясно. Вот с чем приходится иметь дело, братья. Упрямый старик, который не успел измениться вместе с миром. Товарищ командир! Вы тоже не смеетесь. Спускайся. Выясни, что происходит. Алексей, данные разведки подтвердились? Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе. Надо идти. Да что у вас творится? Они, наверное, нашли дела. Служба безопасности вообще ответила? Сколько это времени у нас теперь есть? Вниз! Немедленно!